Hello. Садитесь, пожалуйста, сюда, я вам сейчас все объясню. Что я не могу. Вася, фотокарточка. Сейчас есть. Это для армии. В течение полугода вы должны... Это вы кладете сразу к себе. Это вам для паспорта. Это когда вы будете получать паспорт, вы сразу это дадите. Она говорит, что вы центр цаха. Всего. Все. Теперь вы идете. На что дают?
сейчас я вам объясню. Во-первых, вы читаете здесь на русском языке. Это спрячешь у себя. Когда вы начнете работать, предъявить эту справочку по месту работы. С сегодняшнего дня, 3,5 года, мы с вас не будем взимать талон. Это по месту жительства, предъявить в эту дату, 20 июля 75 года. И определят вашу годность. Зинови, да? אתה יכול לדעת משם את הזה, את זה, תן לי בבקשה משם כאן.